Всем привет! Приехали посмотреть очередную квартиру. Это сразу скажу, потому что вопросы возникают. Значит, люди либо местные, либо просто хотят на карте потом посмотреть место расположения квартир. Это Deerfield Beach. Вот напротив покажу. Апартмент. Много-много комплексов апартментов. Апартмент-комплексов. Короче, комплексов квартирных. Здесь трехэтажный и четырехэтажные вот эти здания. Вход, калиточка, лестница. Ну, калитка не закрытая. Кто хочешь ходи, что хочешь бери. Должен быть всегда лифт. Обычно, если хотя бы три этажа, лифт всегда. Вот он. Лифт. И лестница тоже есть. Такой дом. Там, да, коридорная система. По коридорам идешь и двери, как в российских домах во многих. Но коридор все-таки больше он на улице, не закрытый, видите, как бы сквознячок. И что у нас здесь? Столик, стульчики. Даже, похоже, новый. Ой, так вам вообще, да, ничего не видно. Столик, стульчики. Бассейн. Что это такое у мамочки? Это заяц живой? Нет. Фу, я как напугалась. Что за пранк такой? Ой, как будто замерзший заяц. Вау, страшно. Так, бассейн, лежаки, столик со стульчиками. Для резидентов только, для жителей. Правила поведения в бассейне. Ну, надо же, кого-то заяц из картошки, я не знаю. Страшный какой-то. А, смотрите, здесь столик со стульчиками. Дальше идешь. И еще такая зона, видите, отдыха для жителей. Еще два столика, стульчики. Какие-то горшки с цветами. И вот барбекюшница накрытая. Можно пользоваться ей. Это что-то типа альпийской горки, что ли, что это? Или это корень дерева, да. Вау. Барбекюшницу накрыли, можно ей пользоваться. А там вот газончик, травка. Зелененькая. Здесь довольно-таки тихая улочка. Проезжают некоторые машины. Но основная улица там, конечно. Здесь узенькая, не широкая, не шумная улица. Не знаю, сколько здесь квартир. Парковка хоть и небольшая, но есть свободные места. Удивительно, да? Там три места, тут два места. То есть, видимо, всем он еще так шестое место. И вон седьмое. Удивительно, но места парковочные есть. Эти, видимо, для резидентов. А здесь вот я встала на гест, на гостевое. Визитор. Здесь тоже, наверное. Может быть, там, кстати, еще есть у того дома с той стороны, я не знаю, поэтому хватает. Да. Это визитор. Моя машинка стоит. Визитор. То есть достаточно хорошо с парковкой. Не проблематично. Так сделано полностью по фотографиям. Посмотрим сейчас.
Вот как на этажах, видите? Стульчик. Так, это зал. Ага, это кухня. Ну, похоже, да, сделали. Угу. Тоже новенькая. Кухня новая. Микроволновка хороша. Плита почистить, если тоже, наверное, ничего, да? Для аренды вообще шикарно. Это тоже арендатор живет. Посудомойка. Are you planning to stay here after the sale? Oh, you don't speak English? No. Tax. Because she's buying to rent. Yeah. So you want to stay here, right? Yeah. You want to rent? Rent, yeah. Oh, okay, that's good. Tax. Можно купить стеном там есть. А, да? Он остается, да. О, классно. Эти два окна, классно. За 1400 снимает. Мы можем посмотреть шкаф? Да, конечно. А то все-таки как-то... О! Красивый ламинат. Как у меня эта штука из Икеи. Ну хорошо, тут, в принципе, девочки, мальчики, мужчины. Это себе смогу немножко поднять, а это 1400 нормально. Угу. Это, наверное, простое сразу. Туалет, да, можно сразу с этим. Стальным там. Ванити новая. Да, хорошая, ванити все хорошее. А, здесь это душевая. Тоже плитка новая. Но чистенько, да, это новенькая. Белая, ну, на стене новая, точно. Угу. Состояние хорошее, да, шикарно. Так, зато одна бедрум. О, тоже хорошенькая. В общем, он хочет остаться, да, если что? Вот это вот вторая. Это просто тоже, потому что она сегодня показывала. Я говорю, когда можно показать? Нет. Я показываю 6:30. Ну, приходи позже. Угу. И еще одна ванна. И клозет, смотри. Класс. Сейчас, секундочку, Тань. Здесь плитку положили новую. Хорошая. Да, ванна не новая, видно, но и цуки, как говорится, ну и не страшная прям. И еще один шкафчик здесь в коридоре. Я не могу его открыть. Или я не... Ой, я не могу. Ты смогла его открыть? Ну, да, она по ковру ездит. Это вообще не шкаф. Может, степбл поставить. Ага. Как-то туда провести, если захочешь потом. Ну, за эти деньги создается, то не надо. Все. Я не знаю, как выключить. Common laundry на этаже. Угу. Хороший это. Размер. Да, хороший размер. Если вижу, нет rental restrictions. За оставшее нету. Агент сказал, что нет. И коридорчик есть, что не везде, да? Сразу заходишь и сразу зал. А тут коридорчик. И, по-моему, вот это вот... Это клозет. Да, здесь можно куртку повесить, обувь сложить. Обувь, полки сделать. Угу. Ну, пока можно просто... Yeah. Okay, we finished. Thank you. There is a storage room. Storage room. Yeah. Uh-huh. It's a small cellar downstairs too. Yeah. So. Uh-huh. Okay. Storage. Storage. Uh-huh. Yeah. It's a storage. It's a small, yes. Small storage. Okay, for bicycle. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Gotcha. Bicycle. Mm-hmm. Thank you so much. Okay. No problem. Bye. Sorry.